В Украине собрано более 56 миллионов тонн зерновых. Самая высокая урожайность в хозяйствах Хмельницкой, Винницкой, Сумской, Тернопольской и Черновицкой областей. По состоянию на 14 ноября в Украине уже собрано 56,1 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики. Урожай собран на площади 13,5 миллионов га, что составляет 93% прогнозируемых площадей. В частности, собрали 195 тысяч тонн гречки, 81 тысяч тонн проса и 17,8 миллионов тонн кукурузы. Отмечается, что самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах Хмельницкой, Винницкой, Сумской, Тернопольской и Черновицкой областей. Кроме этого, продолжается сбор урожая подсолнечника, собрано 11,8 миллионов тонн сои, намолочено 3,5 миллионов тонн и сахарной свеклы. Как сообщал корреспондент НЕТ, ранее стало известно, что в 2017 году урожай зерновых в Украине будет меньше прошлогоднего и составит примерно 62 миллионов тонн. В 2016 году Украина собрала рекордный урожай зерновых в своей истории – 66 миллионов тонн. В ДНР решили конфисковать урожай. По материалам сайта newsgro.com.